Вот ведь как. Явилась первой. Надо было опоздать. Где-нибудь в сторонке встать. Что поделать? Сдали нервы. Шла, как будто на экзамен. С пятницы считала дни. Как же? Встреча под часами? Под часами. Вот они. А его на месте нет. Как мне, кстати, нервы сдали. Ну, еще бы. На свидании не была я столько лет. Даже страшно подсчитать. Что ж я, рада или не рада? Там увидим. Только надо. Надо было опоздать. Дура. Сделала прическу, влезла в новое пальто. Торопилась, как девчонка. Прибежала. Дальше что? Современная женщина, современная женщина. Суетою замотана, но, как прежде, божественна. Пусть немного усталая, но, как прежде, прекрасная. До конца непонятная, никому не подвластная. Современная женщина, современная женщина. То грустна и задумчива, то светла и торжественна. Доказать ее слабости, побороть ее в дерзости, зря мужчины стараются, понапрасну надеются. Небо хвалится силою, но на ней, тем не менее, и заботы служебные, и заботы семейные. Все на свете познавшее, все невзгоды прошедшие, остается загадкою современная женщина. Ромео моего пока что незаметно. Что ж, подождем его. Я очень современна. Порой берет тоска, ведь нужно быть, к примеру, кокетливой слегка и неприступной в меру. Все успеваешь ты казаться беззаботной и покупать цветы себе, идя с работы. Самой себе стирать, себе готовить ужин, квартиру убирать с усердием ненужным, подруге позвонить замужней и счастливой, и очень мудрой слыть, быть очень терпеливой, выслушивать слова и повторять, не споря. Конечно, ты права, мужья — сплошное горе, и трубку положить спокойно и устало, и зубы стиснув жить во что бы то ни стало. И маяться одной, забытой, как растение, и ждать очередной проклятый день рождения, и в зеркало смотреть, и все морщины видеть, и вновь себя жалеть, а чаще ненавидеть, нести свою печаль, играть с судьбою в прятки и плакать по ночам, а утром быть в порядке. Являться в институт и злиться без причины. Ну, вот они, идут по улице мужчины. Красавцы на подбор, с достоинством спесивым, самодовольный пол, считающийся сильным. Как равнодушны вы, и как же вы противны, изнеженные львы, потасканные тигры, глядящие людьми, стареющие телом. Где он, черт возьми? И в самом деле, где он?